там у нас очень война большая. Нас бьют снарядами. Сегодня убили 2 учительницы, 1 ранили прямо в школе. И каждый день нас рядом котельную разбили перед моим выездом в больнице. И мы текали, и все время, все 8 лет мы сидим в подвале. Уже сил больше нету. Поэтому спасибо большое Путину, вам, всем, всем правительству, всему народу российскому. Спасибо большое, что вы приютили нас. Храни вас, Господи! Всех храни вас, Господи, и нас тоже, чтобы никогда вы не видели то, что видели мы. Страшную войну от украинского народа, от украинского, может, не от народа, а от украинских хунты этой, которая нас бьет ни за что. Ну ни за что, мы не виноваты, девчон.